Всем привет, ребята. С вами я, Бас Продукт. Ё-моё. Скоро уже он, у нас скоро уже 3000 просмотров, вот. 3000 просмотров скоро, и я не знаю, что делать. Ну, что можно придумать вот на эти 3000 просмотров. Активность у меня канала упала, вот посмотрите, 3 за 3 дня, ну, типа 20 просмотров, допустим. За день 10, ну, как, ну, такое. Вот, наверное, потому что долго не снимал видео, вот это самое длинное мое первое видео, ой, первое. Самое длинное мое первое видео, где я тестирую свою колонку на бас, ну, бас-тест. Вот. Вот самое популярное сейчас покажу вам. Не, ну не здесь. Оно вот. Вот оно. 248 просмотров. Вы понимаете, что это такое? Даже 251. А, опять этот YouTube залагал. Нажимаю, оно. Капец. Ладно, ну я думаю запустить новую рубрику на YouTube канал. Ой. Знаете какую? Короче, брать динамики, ну, возьму два динамика обычных и две пищалки. Вот. Выпою динамик от Charge 4, вставлю туда эти динамики. Ну как, припаяю один динамик, потом буду наваливать сначала с минусом блютузом, а то без него будет просто фигня полная. Сначала на 50%, потом 60% буду постепенно поднимать. И когда он сгорит, ну, тогда все. Вот, буду смотреть, как там активность будет. Если хорошая активность будет, я буду заказывать, короче, ой, заказывать, покупать паленые колонки. Но сейчас с этим карантином, блин, не знаю. Ну, уже должен этот карантин, ну, выйти с 12 апреля. Вот. Возможно, куплю динамики, но на 500 рублей. Ой, колонки две. Ну, не знаю, одну колонку, которая будет стоить 500 рублей. Там будет два динамика, все такое. Но 4 динамика у меня сейчас лежат, короче, я их взял, знаете, откуда? С радио. А радио, так... Там динамики хорошие, там динамики 8 Ом. 4... Ой, да, 8 Ом. По-моему, 5 Ватт. То есть, ну, моя колонка по-любасу его спалит. Да. Ладно, всем удачи, всем пока. Запишу вам новую рубрику. Ну, не знаю, когда. Может, завтра, может, послезавтра. Видео не будет 2 дня еще. Ну, завтра выпущу видео. Да, всем удачи, всем пока. Ай, еще кидайте мне треки в мой плейлист.